Упражнение собственным весом – простой и практичный способ привести тело в порядок. Планка – одно из таких упражнений, которое вряд ли выйдет из моды. Почему? Выполнение планки не потребует от вас много, а результат при этом будет значительным. Прежде всего, планка улучшит состояние абдоминальных мышц, но не только. Если вы начнете выполнять планку каждый день, вас ждут как минимум 7 приятных изменений. Мышцы кора станут сильнее. Мышцы кора обеспечивают поддержку внутренних органов. Они также участвуют в формировании хорошей осанки и помогают избежать травм нижней части спины. Ежедневное выполнение планки прежде всего поможет вам укрепить эти мышцы. Улучшится состояние мышц спины. Выполнение планки позволит вам сформировать мышцы кора без риска лишней нагрузки на спину и бедра. Причем регулярное выполнение планки позволит укрепить не только нижнюю часть тела, но и верхнюю, а это уменьшит риск возникновения боли в спине. Ускорится обмен веществ. Планка сжигает больше калорий, чем классические упражнения для пресса, скручивания и подъемы туловища. Даже 10 минут силовых упражнений в день ускоряют обмен веществ, причем на достаточно продолжительное время. Даже ночью вы будете сжигать больше калорий. Приятный бонус для тех, кто хочет похудеть. У вас улучшится осанка. Усиление мышц кора оказывает глубокое воздействие на состояние шеи, плеч, спины и поясницы. Ежедневное выполнение планки поможет поддерживать их в правильном положении и улучшит вашу осанку. У вас улучшится гибкость. Благодаря планке растягиваются мышцы и связки, прикрепленные к плечам, лопаткам, ключицам, бедрам, даже пальцам ног. С помощью боковой планки вы также можете проработать косые мышцы живота. Увеличив гибкость всего тела, вы получите дополнительные преимущества при выполнении любых других упражнений и просто в повседневной жизни. Улучшится психологическое состояние. Планка по-особенному воздействует на нервы, укрепляя мышцы, активные в стрессовых ситуациях. После целого дня в рабочем кресле все ваше тело затекает, вы чувствуете напряжение. Как следствие, настроение ухудшается, вы становитесь вялым и унылым. Ежедневное выполнение планки поможет улучшить настроение и окажет положительное воздействие на нервную систему. Всего 5-10 минут дадут вам заряд энергии на весь день, а ежедневное повторение на всю жизнь. На этом все, дорогие друзья. Поделитесь этим видео с другом, ведь он тоже хочет быть здоровым. Пока-пока!